Привет, хочу запросить расклад на конец 2022 года на военные действия, всякие спецоперации, связанные с Россией и Украиной. Давайте посмотрим, что ждет нас всех. Ага, предупреждение. Война сейчас идет больше в социальных сетях. Идет неправда, неправдивая война. Подстроенная, провокация была подстроенная. Война, которая ведется через соцсети. Очень много неправды льется, очень много. А это значит, что... не буду говорить, что это значит. Все пошло из-за зависти. Будет и зависть, и злость. Стена непонимания стоит. Так и будет ссора, так и будет... Давайте посмотрим, что же с военными действиями. Пока идет наблюдение. Ага, возрождение из чего-то. Нас ждет возрождение, но ненадолго. Вот это темная свита. Огонь. Будет огонь. Огонь будет все-таки. Рождение чего-то нового идет у нас. Старая мельница, все перемелится. Будет огонь. После того, как все сгорит, только тогда будет зарождение нового. Это был прогноз. Мы посмотрели, что будет, что ждет. В основном у нас война ведется в соцсетях. Подстроенные провокации очень много. Очень много неправды мы видим и слышим. Влияние масонов еще идет с наблюдениями. Наблюдают очень много, прямо-таки, скажем, сценариями написано. Оно происходит не зря. Это уже было запланировано.